Здравствуйте, дорогие любители годных ICO. Продолжаем с вами рассмотрение проекта Marginless. Это интересная букмекерская контора с функциями, которые можно назвать инновационными. Итак, продолжим рассмотрение. tipsterhub.com. Несколько основных функций tipsterhub интегрированы в платформу Marginless. Игроки смогут отслеживать свою статистику ставок, делиться своими инсайдами и учиться у лучших типстеров, следуя их советам ежедневно. Итак, более 12 тысяч типстеров, более 1000 ставок в день, 250 тысяч заработано типстерами, и можно посмотреть на MVP, нажав на вот эту вот кнопочку. Сторонники. Ох, я не возьмусь прочитать имя этого человека, потому что, ну, боюсь ошибиться, а он большой, он меня раздавит. Одними руками причем. И даже не напряжется. Давайте лучше посмотрим на команду разработчиков. О каждом из них есть небольшая информация. Также ссылки на LinkedIn на каждого из них. И мы видим, что генеральный директор — это Лукас Джонатис. Команда довольно большая, довольно молодая, кстати. То есть все молодые, энергичные и готовые к решениям. Консультанты. Консультанты проекта, адвайзеры. И на этом сайт их заканчивается. Внизу мы видим часто задаваемые вопросы, ссылку на покупку токенов, для связи email их. Также мы видим социальные сети. И на этом сайт, в принципе, заканчивается. Но я думаю, что мы с вами еще вернемся к данному проекту в рассмотрении white paper. На этом, я думаю, видео... А, нет, подождите, давайте подведем итог по сайту. Сайт сделан очень профессионально. То есть, вроде дизайн не особо сложный, но можно сказать, что он приятный для глаза. И вообще, их логотип сделан хорошо. Довольно достойно они подходят к своему проекту. А вот теперь точно все. Мы заканчиваем это видео. Встретимся с вами в обзоре на White Paper. Всем удачи. Инвестируйте свои деньги правильно.